Ну что, на сегодня все. Пойдем сейчас одевать детей, мыться сами. И до завтра. Завтра понедельник, всем в садик, на работу. Будем что-то делать. Пошли тебя одевать. Пока. Фонечка, заходи, пожалуйста. Сы. Дедушка и бабушка, так ты заходи, они же... А что ты теперь дверь закрываешь и убегаешь? Сына, ты куда? Ты куда? Прячешься? А что ты там рано встал? Здрасте! Привет, бабулечка, иди давай, целуй, обнимай. Иди дедушку встречай. Сняется. Сейчас у нас будет супер завтрак, да и да, не вчерашний. Кто маме помогает? Да. Ты маме помогаешь? Да. Все заправляешь? Да. Сам? Да. И Зоечка приехала помогать, да, Заюня? И я приехал, про меня забыли как бы. И ты приехал помогать? Да. А тут? Меня взяли за то, что он не называет следить. А тут? Все хорошо? Да. Теперь мама может? А тут. А тут. А сел. Потом. Давай, мамочка тебе поможет, хочешь? Да. Зай, не отходи, я тут поправлю. Отходи. Афонечка, на мячик убери. Да, я могу поправить. Зай, слазь. Так, у нас тут готовится супчик. Вау, помощник пришел. Зажарочка делается. Здесь вода с картошкой. Здесь горячее все, Заюня. Зашли. А понь, здесь все горячее, да? Нужно подальше. Да? То будет пальчики болеть, да? Да. О, да? Так сильно? Да. Так, вот такой вот суп получается с... ёжиками, как я им сказала. В общем, мы с детьми вместе из остатков фарша накатали фрикаделек. И сейчас супчик покипит немножко. Я еще сюда вермишельки добавила. В общем, попробовала на соль, немножко подсолила. Я жду, когда это покипит немножко. И буду добавлять зелень, чесночок и выключать. Кто пришел? Помощница моя? Да. Ты в школу? Дорезала я остальные паски, уже больше месяца прошло. Ну, в общем, сейчас с них сухарики. С ними вообще ничего не произошло. Они прекрасные, только сухие, ну, ножом режутся. Вот, и сейчас в духовку опять. Я, в общем, смотрю, не знаю, по времени, на 180, на 200 градусов. И тут уже, смотрю, по времени, естественно, их нужно переворачивать. Не знаю, сейчас как буду сушить белье. Я постирала, а на улице что-то там капает. Сейчас, может, под навесом его подвешу. Фонька уже вышел под навес, потому что он уже в комнате не может. Сказал, хотя бы под навесом на машинке покатается. Так что я сейчас тоже белье в миску, чашку все сложу и пойду смотреть, куда выдевать. Так, ну что, 4 часа у нас. Только проснулись. Ну, сейчас еще не 4, полчетвертого. И это пипец, как хочется спать. На улице дождик идет, поэтому на улицу мы не пойдем. Нужно сейчас готовить ужин и не знаю, что приготовить. Сейчас что-нибудь придумаю. Так, в общем, из мяска я сейчас сделала фаршика. И хотим что сделать, Афонь? Ленивые пельмешки, да? Ленивые, да? Да. Потому что мы ленивые и любим ленивые пельмешки, да? Фу. Вот так надо делать? Да. Ну, беги с Гришей, играй. Это, вот да. Это уже мы сделали, да? Да. Да. Сделала я вот тесто для ленивых пельменей. Здесь у меня 200 мл воды, 2 яйца, соли такая хорошая щепоть. И муки, в общем, и помесила тесто. Сейчас оно отдохнет и будет тогда уже таким гладеньким-гладеньким. Открываем его отдыхать. Смотрим, что тут. А, тесто вон под миской отдыхает. Там дождь полупил. Вообще прям полупил. Сильно. Опа! Вот такой вот. И пойди там у себя в комнате в окошко посмотри. Да тут тебе будет не видно.
Так, ну что, пока наше тесто отдыхает, я чем занялась? Я, так как я буду делать наши ленивые пельмени в духовке, то буду готовить для них поджарку с томатом. Здесь у меня две морковки, лук, не знаю сколько, не помню, но, в общем, половинку я буду обжаривать с морковочкой, а половинку я уже вот отделила фарш для пельмешек, сюда добавила. И сейчас начнем делать жарочку. Постепенно я еще помою от мяса сразу мясорубку. И будем начинать катать наши пельмешки. Так, вот поджарочка готова. С томатиком, чуть водички, соль, перец и сахар. Потому что томат домашний достаточно такой кисленький. Что? Не знаю. А, Фоня вот тут тоже с тестом занимается, раскатывает его, режет, да? Да. Фоне нравится готовить. Ты кого готовишь? Что? Да. Что это? Суп? Да. Вот, а вот мои эти ленивые пельмешки. Ну, я думаю, вы понимаете, как они готовятся. Просто раскатывается такой большой блинчик, фаршик. Я прям руками его распределяю, скатываю и все нарезаю. Сейчас будем все это запекать в духовке. Мотоблок. Что? Мотоблок. Мотоблок тут у тебя? Да. В общем, всю вот эту теперь красоту отправляем в духовку, не знаю на сколько. В общем, до готовности. А? Духовка разогревается, да? Да. Там. Да, духовка там, да? Где? Там. Ку-ку. Ку-ку. Ну а как там погодка? Чем пахнет в духовочке, пап, наш этот? Что? Папа сразу же решил помыться. Что? Да, что там сильный, что? Да? Льет. Ленивые пельмешки. Давай куртку, капюшон, зонтик, сына, да, все. Я зонтик? Да. Что, без зонтика никак, да, сына? Все, в общем, сейчас бежим, потому что дождь тут лупит, лупит. А белье мое сохнет. Ну, пусть уже полоскается. Ух, вот тут погодка. А Фонька вон нам сейчас будет взмахать. Пока. Так, все, мы уже дома. Вот такая вот штука получилась, эти ленивые пельмешки. Сейчас будем пробовать. Так, еще мы купили, там открылась новая пекарня возле школы, возле Гришиной. Чесночный хлеб попробовать, он стоит 25 рублей. И сосиски в тесте по 30 рублей купили. Всем по одной. Ну! Искусство боя. Это этикет. Преданность тебе. Настоящий воин. Это целая философия. Ну что, мы посмотрели сегодня фильм. Этот «Воин ветра», который про Аяму, как бы основателя карате Киокушинкай. О, такое кино в стиле Жан-Клод Ван Дамма, наверное, вот такого вот, когда сначала человека унижают, да, что-то у него не получается, а потом он тренируется, тренируется и тренируется, и у него все получается, и он всех побеждает. В общем, такое интересное достаточно кино. Вот, посмотрели, и Григорий смотрел. Оно, ну, снято, не знаю, в каком году, но, то есть, ну, 2000-х, по-моему. Вот, но еще про тот Восток, про те эти узкие улицы, рынки. Ну, в общем, интересно посмотреть было. Вот, сейчас уже все пошли спать. 11:30 уже все помылись. Завтра у Григория там в школе что-то анализы у них будут брать. Вот. Я просто не понимаю, зачем их брать, уже конец года. То есть, если бы эти анализы брали в начале года, а в конце, ну, как-то не знаю. Мне немного непонятно. Вот, в общем, на сегодня все. Всем до завтра и пока. А еще хотела сказать, что у нас дождь. Лупит и опять идет. И, в общем, не знаю, когда уже наладится погода. Когда уже будет тепло, уже скоро последний звонок на следующей неделе. А у нас еще тепла.
и нет такого, как было раньше. Не знаю, я помню последний звонок, все, считай, что лето начиналось, а тут как бы пока тепла такого нет. До сих пор в куртках ходим и в шапках. All the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.